Кончита Вурст, победившая в этом году на конкурсе Евровидения, приглашена в парижское кабаре Crazy Horse, где будет выступать в течение недели. В эти дни исполнительница репетирует с танцовщицами номера, в которых она примет участие. Не самый легкий путь подтвердить свое лидерство и успех в мире индустрии развлечений, как становится понятным из слов Кончиты. Я посмотрела представление и сразу же испугалась, что у меня вряд ли что-то получится. У меня нет такого опыта, такой школы, я не обладаю такой свободой поведения на сцене, не так сексапильно. И вот сейчас к концу подходит уже вторая неделя репетиции. Вначале было очень тяжело, сейчас стало чуть проще, и уверенность ко мне вернулась. До этого приглашенными гостями в шоу парижского кабаре были Дита Фонсис, Памела Андерсон и французская исполнительница Ариэль Домбаль. Мне нравится быть на сцене женщиной, но с точки зрения биологии я все-таки не женщина, и в этом заключается особенность этого спектакля. Получается, что я первая необычная леди на сцене, но сексуальность как раз и состоит в том, чтобы отличаться от других. Танцовщицы – настоящие женщины. Понимаете, о чем я говорю? Но свое место среди них все-таки мне нужно было суметь найти. Кончиту Вурст часто приглашают выступить и высказаться. Так она была гостьей Европарламента. Цель таких выступлений, как говорит она сама, предупредить общество об опасности гомофобии. Мне кажется важным, чтобы люди сумели бы сами принять то, что есть другие, не похожие на них. Но первый шаг в этом направлении начинается с себя. Нужно уметь принять себя такими или такой, какой ты есть, и не выносить о людях скоропалительных суждений. Выступления Кончиты Вурст начнутся через неделю.